У минулом году Константин Мицура стал переможцем у трехдневном фотомарафоне «Гомель праз объектив». Узнагорода стала добрым стимулом для протягу творчей працы. Сегодня фотограф – автор персональной выставы. Романтика и спокой города – больше за 20 фотоздымков представляют Гомель у незвычайном светле. Те то будут лихтары, лямпочки, тизорки. Фотограф прикмечал особливое подсветление на протягу 5 годов. Показать именно город, освещенный фонарями, спокойный, где нет суеты, где время как бы застыло, где можно посидеть, подумать, уделить время близкому человеку. Эта экспозиция – частка яскравой программы, яку организует библиотека до Дня всех закаханных. 14 лютого наведвальников библиотеки так само чекают музычный салон, литературный баль, сувенирная лавка, арт-кафе и вольный микрофон, где каждый сможет сказать своей другой половине широе слово «кахання». Кульминация свята станет шоу «Кахання» с первого погляда у библиотеки. Мы презентуем наш новый проект, нашу книгу, в которой записаны истории любви, истории знакомства людей, которые завязали свои отношения именно у нас, в стенах областной библиотеки. Поделиться своим каханием, отчуть атмосферу тепла и широкости можно будет 14 лютого с 16 до 20 годин. Катерина Сапельникова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».